Мария Сумбаева прожила удивительно долгую, яркую и сложную жизнь. Родилась еще до Октябрьской революции, с детства работала в колхозе. В тяжелые годы Великой Отечественной войны строила оборонительные сооружения и ждала мужа с фронта. Родила 9 детей. У нее 12 внуков, 8 правнуков и 4 праправнука. Многие приехали со всей страны, чтобы побывать на празднике. Свои поздравления и подарок Марии Нестеровне передал глава города-курорта Анапа Сергей Сергеев. Поздравил именинницу президент России Владимир Путин, прислал открытку. А глава Гастагаевского сельского округа Николай Баюр лично поздравил землячку с днем рождения. По традиции в стихах. Дорогая Мария Нестеровна, ваш юбилей сегодня наступает. И стол накрыт для множества гостей. Вы прожили вечность, вы многое узнали, но все же вы молоды душой. Сын Марии Нестеровны Владимир приехал на торжество из Казани. На вопрос, в чем же секрет долголетия мамы, ответил сразу. Она всю жизнь трудилась, и благодаря своей жизни радости она никогда не унывала. Она и сейчас не унывает. Она может сейчас такое словечко сказать, что бай-бай, мы все улыбаемся, как хотим. Много в этот праздничный вечер прозвучало пожеланий. Судьба Марии Нестеровны Сумбаевой – яркий пример для подражания молодежи. Она всю жизнь работала на благо Родины. Все собравшиеся родственники сфотографировались на долгую память. Вместе с любимой мамой, бабушкой, прабабушкой и прапрабабушкой. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа регион.